Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» Составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Герион, иногда Герионий, исполин древнегреческой мифологии с острова Эрифия, расположенный на крайнем западе Ойкумены, сын великана Хрисаора, рожденного из крови обезглавленной Персеем Горгоны Медузы и нимфы Океаниды Калиры. По Помпонию Мелы, Помпония Мела – один из первых римских географов, создавших свой труд «Описательная география». Информация. Поля Эрифии, где жил Герион, приносят не менее 7 урожаев в год. По Стесихору, Стесихор – древнегреческий лирический поэт, представитель хоровой мелики, был включен в канонический список 9 лириков. Информация. Герион был крылатым, о 6 руках и 6 ногах. По описанию Эсхила у него было 3 тела в 3 десницах. Он держал 3 копья, а в 3 же левых руках 3 щита. Каждую из 3 голов защищал шлем. Убив стражей Герионовых стад, пастуха Эврителиона и пса Орфа, Геракл похитил его коров, которые были красного цвета. Это 10-й подвиг Геракла. Гериона же Геракл застрелил одной стрелой. В городе Агире он устроил святилище Гериона. По преданию, известному на Балиарских островах, Герион владел великим множеством серебра и золота. Кости его показывали фиванцы. На Герионовом кургане росли 2 дерева, гибрид сосны с пинией, и сочились крови. Согласно рационалистическому истолкованию, это был человек родом из города Триглави. По другой интерпретации, это были 3 дружных брата. Гериону посвящена поэма Стесихора «Герионида». Его восхвалял Пиндар, заглавный герой трагедии Никомаха Герион и одноименной комедии Эфип. Ну вот так вкратце о Герионе в древнегреческом мифологии, исполин с острова Эрифия, расположенного на крайнем западе Ойкумена. Пока-пока, до свидания.